Я вот хоть сейчас и заказал беруши из Китая с Алиэкспрессом. Но я сам себе так думаю, что все вот эти вот вещи, которые касаются твоего организма, беруши там, некоторые вообще заказывают мази какие-то, таблетки, все такое. Лучше покупать в аптеках крема, там все вот это вот. У нас в аптеках, в наших салонах красоты, все такое, потому что кто его знает, из чего они их делают? Они пишут из силикона. Но оно может сделать, могут его сделать из чего угодно, даже из какого-нибудь такого материала, который может нанести вред организму. А все-таки оно будет соприкасаться с организмом. Ну и кто его знает, что оно будет выделять в процессе использования, какие там вещества и как они повлияют на организм. Поэтому, мне кажется, тем более никаких, ну, некоторые заказывают какие-то мази, там, крема, все такое мажутся. Как можно заказывать то, что ты наносишь на кожу, ну, вообще, непонятно где. И оно может нанести вред организму. Поэтому лучше, если что-то брать, такое, типа, мази и все такое, то только в аптеках. Крема, все такое. И беруши, это то же самое. Оно же тоже касается организма. Ты в них долгое время находишься. Они в процессе использования, если они сделаны из чего-то вредного, то тоже могут нанести, ну, организму какой-то ущерб, я думаю. Поэтому я заказал, но... Ну, я когда их заказывал, я не думал об этом. А потом, когда они уже шли, я думал об этом. Вот сейчас они уже пришли, и я думаю, что это последний раз, когда я туда заказал что-то такое, что будет использоваться организмом. Ладно, если ты там заказываешь какой-то, я не знаю, фонарик. Ну, типа, светит да светит, что еще надо. Но то, что будет использоваться организмом, типа... Ну, то есть, если фонарик не настоящий, поделка, то есть, он сломается там или что с ним станет, да, выкинул, новый купил. А то, что будет организмом использоваться, если оно нанесет вред организму, то новый организм ты уже не купишь. Поэтому я думаю, что не стоит. Ну, и, короче, это последний раз я заказал, следующий я буду покупать в аптеке. У нас в аптеке. Потому что, ну, все-таки организм, ну, не стоит рисковать. Может быть, все хорошо, но а вдруг нет? Поэтому... Вот такие у меня мысли на этот счет, что то, что используется организмом, лучше все-таки не заказывать там, где могут подделать, сделать из непонятно чего и все такое. Поэтому только качественный товар в аптеке, все такое, где все как бы сертифицировано, подтверждено, и точно ничего плохого не случится. Вот. Такие вот мысли у меня на этот счет.